інспектор, просто забирай. Пане, все це не моє, бо по документах все, що в мене є. Держитесь, українці! Вдруг, откуда ни возьмись, безжалостный интернет принес в наш дом печальную весть. Особенно ужасно эта новость для украинских тёлок. Во как! Я вообще-то ругаюсь только в самых крайних случаях. Но похоже, в данном случае без этого никак. Вот мне очень интересно, они в курсе того, что они спиздили? Или это уже дело принципа? Ага. Однако. Так, у нас уже есть даже подозреваемый. Чего-чего? Так, на виду резкость. Это тот случай, тот самый случай, когда говорят, не верь глазам своим. Ну, то, что у нашей налоговой вообще нет совести, об этом и говорить не нужно. Мозгов тоже никогда особенно не наблюдалось. Ну вот, чтобы спермы. Да уж. Как ни странно, не перестаю удивляться. А кто-то даже еще собирается знакомиться? Вы хорошо подумали о своем будущем?